На Красной Поляне сегодня установили пушку времен войны. Орудие, которое принимало участие в боях 44 года, находится в сквере рядом с памятником воинам Советской Армии, героически отстоявшим подступы к Черноморскому побережью Кавказа в годы Великой Отечественной. Сегодня на торжественной церемонии открытия глава Сочи Анатолий Пахомов напомнил о том, как в Сочинских горах наша армия поборола элитную гитлеровскую дивизию «Эдельвейс». Это нужно сегодня не столько нашим победителям, сколько подрастающему поколению, сколько нужно нашим девчонкам и ребятам, чтобы они вечно помнили о великом подвиге, были патриотами своего города, своего поселка и, конечно, своей родины. Собравшиеся возложили цветы в память о подвиге советских солдат. Также в преддверии праздника Великой Победы воинам-интернационалистам вручили памятные медали.